Рози Меркада – американская плюс-сайз модель, которая в 2011 году весила аж 186 кг. Родилась она 28 марта 1980 года. Возможно, вес Рози так бы и продолжал расти, если бы не один неприятный случай, который с ней произошел в аэропорту. Сотрудница авиакомпании сказала ей, что девушке следует приобрести два места, так как на одно она просто не поместится. Это заявление произвело на модель эффект ледяного душа. И с этого момента она решила – что пора расставаться с излишне пышными формами. Обхват бедер к тому моменту у нее составлял 178 сантиметров. Она сама разработала для себя методику упражнений и правильного питания. Началась самая тяжелая и изнуряющая работа – работа над собой. Ее труды дали результат. Рози смогла сбросить 45 килограмм, но она не стала останавливаться на достигнутом и усилила тренировки. Но дальше вес уходить не хотел, что бы она ни делала. Один сгоревший килограмм через какое-то время возвращался Воспоминания о том случае в аэропорту повергали Рози в нервную дрожь. Она больше не хотела быть такой, как тогда. Рози решила пойти на кардинальные меры. Она решила сделать операцию по сечению желудка. Вот что говорит сама Рози: Вы выясните, что вам можно делать, а что вы просто не можете себе позволить. Если же вы будете делать то, чего вам не разрешено, то готовьтесь почувствовать себя куском дерьма. Теперь ей нужно было столкнуться со следующими испытаниями: это постоянный контроль и самодисциплина. Только порционная и разрешенная врачами еда. После всех трудностей Розе удалось сбросить в общей сложности 109 килограмм. И тут она столкнулась еще с одной проблемой. Это обвисшая кожа. Вот что она говорит: я должна была все время носить корректирующее белье. Я не могла бегать без этого белья, и все из-за избытка кожи. Сначала вы теряете лишние килограммы и радуйтесь, а потом раздеваетесь и понимаете, что у вас обвисшая кожа. Новые проблемы появляются одна за другой. Розе решается на полную подтяжку живота. Общий вес обвисшей кожи составлял 9 килограмм. Рози считает весь путь своего похудения самым тяжелым испытанием в своей жизни, но, несмотря на трудности, она сумела остаться в модельном бизнесе. Сейчас ее вес составляет 77 килограмм.